Всем привет! Немного информации для тех, кто не читает описание под видосами. На моем канале сейчас проходит два розыгрыша. Это воскресный, который пройдет 27 декабря, где будут разыграны 4 скинчика. И новогодний, который пройдет 30 декабря. В общем, ребята, залазьте в описание, читайте, выполняйте условия и побеждайте. Ну а я начинаю свой челлендж. Удалось все-таки мне сегодня закинуть на баланс 40 рублей по условиям челленджа с определенным промокодом. В общем, вот такая сумма, как всегда. Ну и сегодня посмотрим, что же там будет. Я не дождался так видоса от человека, которому я бросил вызов. Не знаю, что у него там такого грандиозного удалось у него выбить там, да, что он там до сих пор его монтирует. Ну да ладно, я открываю сегодня. Действуем по той же тактике. Silver Elite. Ничего нового, ничего не изобретаем. Открываем, сколько откроется. Посмотрим, сколько выпадет. Вот. Мы с ним, короче, договорились, что победителем считается тот, кто забирает, то есть наибольшую сумму, достигает наибольшей суммы за ролик. Вот, ну, я сейчас, наверное, больше где-то 40 рублей, да, сделал. Горелка Бунзина. Сколько я сделал? Я сделал 57 сегодня. Угу. Мы это продаем. Так, а что если... 57, ну, 62 сейчас стало. 62 это 5. На 5, не хватает, да? Может быть, попробовать... Так, подожди, а где Амонги? Может, Амонга попробовать? Ну, по традиции все действуем, да, то есть по стандарту действуем. Амонг сверхнул. Но он окупать, а должен... Нет. Не окупило. Ну, давай еще разок, давай. Давай еще разок. Не окупило сверхновая. Хотя есть, которое... Вот это должно окупить. А это окупает, а это хорошо. Так, 89... Так, тогда мы отсюда вылетим в красного. И смотрим, чем нас радует красный. Ну и радует ли? Нет. Красный нас не радует. Ну, пробуем еще разок. Может, во второй раз нам повезет лучше. Леденец, да? Серьезно? Ты серьезно? Эх, сосать не пересосать. Ну, давай розовый посмотрим, что... Смотрим, что тут розовый дает. Близкая опасность. Продать. Really? Really shit? What? What the fuck? Really shit? А, говнище, короче, полное. Говнище полное. Ну, на разок давай. В общем, не прет, ребята, не прет. Не прет них сколько? Ну, 89 рублей сегодня. Максимально, что мне удалось поднять. Не фартит. Не бу я. Ну, вот такой вот коротенький видос. Вот такой вот коротенький видос у нас получился. Ни хера, короче, не получилось сегодня. Ну, спасибо, что смотрите. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Скидывайте ваши идеи. И... Всем пока и до новых встреч.